芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。Итак, мы продолжаем, и настало время пряток. Слава богу, прятки — это не душный ивент с мобами. Господи, наконец-то я отдохну от всего этого. Просто пустите меня к пряткам. О, господи. Анимация классная, я хочу карточку. Ничего не знаю, хочу котячью карточку. Поехали, поехали, поехали на ивентик. Карточку очень-очень-очень хочу. Карточка того стоит. Так, и вы там это, завязывайте с снайпингом, не начинайте подбор игры вместе со мной, и мне будет душно, я вас буду не любить. Я начну агрессировать. Фу-фу-фу, так делать, говорю сразу. Ну что ж, поехали. Фокси. На тебя. Привет, не хочешь сыграть в «По следам ветра»? А что такое «По следам ветра»-то? Хороший вопрос. «По следам ветра» — это замечательная игра, основанная на истории Мондштата. Ты, наверное, знаешь, что раньше в Мондштате были аристократы. Да, конечно, знаю, что это аристократы, которые устроили тиранию. Одной из них предки этих аристократов, это как раз-таки предки Эолочки, которая нас ждет в следующем баннере. Поэтому да, конечно, знаем, знаем, знаем. Они бесчинствовали в Мондштате, и многие люди страдали в те времена. Да-да. Лоуренс. По-моему, Лоуренс была фамилия этих аристократов. Чтобы дать отпор жестоким аристократам, чтобы дать отпор жестокости аристократов, несколько смелых людей из Мондштата собрались вместе и создали тайную организацию сопротивления. Эти рыцари все время проводили операции в различных частях Мондштата и причиняли аристократам немало бед. Но эти аристократы очень быстро подготовили группу своих приспешников, обученных подавлять действия рыцарей. И тогда рыцари и приспешники аристократов стали бороться друг с другом по всему Мондштату. Это были коты в масках, судя по ивенту. Игра «По следам ветра» как раз основана на этих исторических событиях. Когда-то эта игра была очень популярна. А чё, а в смысле когда-то? Да, сейчас городская молодежь не интересуется игрой «По следам ветра». Ну, компы, мобильники, все дела, кого уже прятки интересуют. Согласен. Но я не могу допустить, чтобы игра «По следам ветра» оказалась забыта. Поэтому мне пришлось немного отредактировать прежние правила, чтобы игра стала интереснее и проще для понимания. Кроме того, теперь в игре есть несколько совершенно новых игровых карт. Мне кажется, благодаря этому гораздо больше людей захочет сыграть. У них выбора нет, они прямо гемы хотят, поэтому, конечно, люди захотят. Во время события «По следам ветра» игроки делятся на две группы, на мятежников и охотников. Одни коты такие мя, а вторые коты такие ме. Мятежники должны прятаться от охотников, пока не истечет время. Охотники же должны за это время поймать всех мятежников. Мятежники могут использовать секретные приемы скрытности. Ну, это, знаете, деревня скрытого кошачьего хвоста, и вон там, видите, какие... Бля, какие там ушки и лапки. Ну это да, это деревня скрытого кошачьего хвоста, не иначе. Короче, можем маскироваться под эти, под предметы. Во время игры на площадке будут случайно появляться любезности. Собирая любезности, путешественники могут заряжать секретную любезность, которая может быть достаточно для того, чтобы определить исход игры. Так, ну и мы будем получать кошачьи монетки. Да, я готов. Поехали. И приехали. Ну-с, с богом. Фу, сюк, осуждаю. Да, ёпть, ай. Да вы чё, мыши, бля? Мне одной рукой неудобно принимать. Там был Слипкнот или Шпинат? Хорошо. Я хотел уже Шпината бить. Не, ну пельмешка, это было бы обузом. Так что такое?
О, отлично. Поехали. Так, ну, а в принципе. А в принципе. О, подождите! А! Где Диона? Во. Все, я буду пятаться Дионой. А я же выбрал Диону. Нет. А чего Диона не выбирает? ЦЦ взять, думаешь? А, то есть нельзя, да? Бля, пойду хутавой. А даже хутава не меняется. Что-то у меня персонаж... Ладно. А, да-да. Так, Зай, где там... На Ешку, да, менять это? Превращаться на Ешку, да? Понял. Ну... Это как бы... Подожди, подожди, сейчас. Заебись. Туда? Да нет. Все, тихо. Сидим, ждем. Бля, он же в эти кусты сейчас пойдет. Смотри, сразу он идет в эти кусты. Меня ж не видно, ты что? С крыши видно? А ебать. А чё, а где? А, блять! Так он же рядом! Русь! Инвиз это у нас. Ага, я понял. Подожди, оно где-то. Где оно? Так он же должен быть где-то... Я его не вижу. Так я понимаю, но я его не вижу. А он вот где-то... А, бля, Диона нас ищет. Все хорошо, я кустик. Я кустик, я вовсе не коза. Да. Ага, пускай бегает, мне и тут хорошо. Я кустик, я вовсе не коза. Бля, ну по факту да, я виноградинка. Ну, стоит одинокий фонарик такой под этим. Чё, кого это смущает? Да, это... Да. Ну, в принципе, да. О, Тимур, поздравляю, Сахароза. А, оно бежит ко мне! Понял. Сахароза очень стоящий персонаж, очень пригодится. А у тебя, Русь, нет Сахароза? Сочувствую. Ну все, в принципе, никого из нас вообще не поймали. Как бы, здрасте. Так, она же Диона ищет, да? А, да, она с Дионой ищет, блядь. А, и она в трейлерах была такая маленькая Дионочка, такая лапочка. Блядь, оно прямо возле меня, сука. Я не двигаюсь. Ебать, ты где, чудовище? Блядь, она сама в кустах прячется, ее там не видно. Подожди. Сейчас посмотрим, она активирует и там, блядь. А я куда? Мне как бы вверх потом сипсти. Сейчас, подожди. Оно где-то тут. Вон она. Хе-хе-хе. А! Да. Кольцо-то сжалось. Я уже просек все конусы. Все позиции. Видны на 20 секунд! Да уже видно меня. Так это он и есть! Да пошло ты. Да бегу, меня ты не поймает она. Она маленькая, у нее лапки коротенькие. Где ты видела, чтобы маленькая козявочка меня догнала?
Я знаю. Так я знаю, это хорошо. Не знаю. Ну, будь я этим, я бы первым делом там искал. Так, ну, в общем-то, все. Вообще никого. Бедняга. Диона грустит. Серег, ну я это выжидал. Я хотел ей его ушки сначала погладить, а потом сыпаться так беспалево. В инвизе. Ладно, первый бой вышел у нас. Первая игра вышла у нас никомом. Прям вообще никомом. Да не буду я охотником. Мне три такие игры, и я такой мя. Сейчас Диона. А, я сразу, да, давай я тогда сразу Диона возьму. Ну, что я могу сказать? Это самое, что ни на есть, изи, ребят, примагема. Просто максимально изи примагема. Просто изи, изи примагема. Так, Дионочка. Павел, а какие советы по Наэльке? Наэльку собираешь максимально в защиту. И желательно на нее C6 повесить, чтобы она была прям хороша. Наэль упор на защиту максимальный. Наэль очень хороша, если нет других пятизвездочных персонажей, то... С шестью монстами она и любому пятизвездочному фору даст, так что... Так, ну что, поехали еще раз. Пернять, да пернять. Так, это, я готовь. А, есть C6? Ну, ай, Паш, я бы помог чем-нибудь, но... Я бы упоролся в то, как правильно собирать Наэльку, если бы я сам хотел ее собирать. Все, у меня созрел план. Так я же мятежник. Русь. Да, я буду делать как ты, все. Угу. Я просто не совсем упарывался в Наэльку. У меня есть в планах себе... У меня тоже C6 на L, у меня есть в планах ее довести до ума, но это пока только планы. Привет к тем, кто к нам только-только подошел. Но сначала у нас Дед и Альбеда. Вот, а потом уже на Элька. Но C6 на L, как бы, ну это дратути. Это очень хорошая штука. Стайлос, добро пожаловать в нашу зелененькую кошачью армию. Спасибо, спасибо за спонсорку. Спасибо. Так у тебя и Деда, и Альбеда вкачаны. Ёпть. Ёпть. Ну, Паш, такое. Да я понял. Диона, блин, тебя с другого конца карты слышно, ёпть. Ну она коротенькая, у нее лапки, видишь, ей стамину восстанавливать нужно. Мя? Да нет. Я тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, я вовсе не... Мона, уйди, блядь! Не пари контору! Сука! Это идеальная карта была! Это был идеальный мув! Все. Все устали. Дионочка присела, смотрит на котиков. Субратики, да. Дионя устали. Не. Господи, милота просто. А. Ладно, поехали. Главное, чтобы меня не вбросило в этих ребят. Казено юкео таместе минай ка? Да, есть нечестные карты для охотников, я знаю. Вот поэтому я охотником быть и не хочу, мать его. Даже не, у меня моны нет, у меня девушка вот вчера или позавчера мону выбила и очень радуется, прям очень радуется моне. Тору охотник, это честная карта. А, нет, это нихера не честная. Нет, это не та карта.
Ты тут никого не нашла, легкая карта. Это не та карта. Ты чё? Мышь. Угу. Блин, ну охотником не хочу. Божечки. А, сюки. Так, я палю. Куда? Да? Бля, ну они... сюка. Ладно, хер с тобой, я видел, что там коробка у нас на деде. Угу. Угу. Ты вообще без палева прополз. Чё, блядь? Ты думал, я тебя не замечу, парниш? Ты чё-то, блядь, вообще без палева прополз. Сука. Ой, блядь. Начинаем охоту на мышей, короче. Чувак, ты же вообще... Ебать. А куда он упал? А куда... Так а куда он мог уползти? Не, ну это понятно. А, здесь такая говна есть. Во, он, наверное, вот эта третья коробка, да? Здорово! Без палева вообще прополз. Бля, ну там КД большой, херой. Так он пошел наверх, в том-то и прикол. Я знаю. Бля, два джуна поймал. Ебать, Диона, нахуя тебе столько дедов? Диона по дедушкам? Так, кто-то должен был сидеть наверху. Давай, ну лапки коротенькие. О, блядь, какая милота. Ня-ня. Бля, мне нужна срочно вот эта херня. Один раз ее прожать. Да, один раз я ее прожму. Оп. Так, это не ты? Нет. Вон ящик лежит в воде. Да. Думаешь? Ну наверху где тогда? Возможно, вот эта бочка. Блядь, любезность. Тащи. Подожди. Ёб! Ебать! Такой вообще изи. Ёба. Поймал всех мятежников за 120 секунд. Кто тут? Почти 700 монет. Кто тут батя-охотник? Да, да. Я мастер охотник, изи, ёпть. Все, получается, последняя нормальная игра, и мы приехали, и мы отыграли. И идем в бездну. Но я чуть не хочу в бездну, простите. Ой, так. Кстати, надо награду там пожмякать. Так. Когда карта? Сколько нужно на карту? 4800. Ну, карта офигенная. Диона, да, вышла на охоту и офигеть, как поохотилась. Мышей изловила. Потягушечки. Какие потягушечки. Какие новички на мятежниках. Алекс, ты хочешь сказать, что я ветеран уже этой игры? Ветеран пряток, что ли? Алекс, это моя вторая игра. И какие же новички? Сука, я, блядь, вторую игру играю. Мне просто хорошо подсказывают, какие кнопки нажимать, чтобы что-то сделать, и все. Кого в хилы? Ой, кого в отряд? Цици. Цицишка лучше, как хил будет. Дионочку лучше куда-нибудь в бездну потом брать, когда, знаешь, нужно вот как на предвестнике. Ломать щитки у козы-то КДшка, чтобы Ешкой набрасывать на нее. Вот там Дионочка сама то. Не, Диону в любом случае нужно. Блядь, ебанутая карта. Вот эта карта очень честная для охотников. Она не честная для мятежников. Ну хотя я не знаю, ты же два раза, да, на ней была? Да, два раза. Угу. Тут хрен спрячешься. Здрасте всем, кто к нам только-только подошел. Mm.
Да, я думаю. На границу встать, чтобы, если что, высыпаться. Блять, карта. Да подожди, у меня карта, пиздец. У меня камеры, пиздец, у нас. Если что, я думаю, я сыпусь. Так, ешка это. А, что инвиз? А, правая кнопка. Левая кнопка. Куда бежит? Или между картами, между этими есть. Блин. Да, что-то такое, да, по-любому должно было быть. Иначе для этих было бы очень нечестно. Угу. Ну, там передо мной чувак в коробках сидит, поэтому его поймают впервые, если что, а я в это время буду съебываться. Меня прикрывают. Так, уходи. Эй. Ну я как бы совсем беспалевная бочка на крыше. Блять, он лезет, походу, сюда. Нет, он внизу, да. Да я смотрю. Бля, меня сейчас холод захуячит. Да не, я же не могу умереть. Наверное. Да не. Да ХП снималось у чувака, но он так и не умер. У него там на одной отметке остановилось. Ай, умру. Так, ну пока все хорошо, он куда-то вообще не туда смотрит. Не туда воюет, парень, не туда воюет. Ну, если умру, то умру. Не, ну копы холода накопи. Блин, ну если умру, то умру, что поделать. Хотя бы умру молодым. Да не, да не могу я умереть. Это же мирная игра. Я... Не, воскресить я сейчас буду призраком бегать, да. Сук. Надо прятаться, то есть, где-то возле этих? Бля. Короче, прятаться нужно просто где-то рядом с этими. Рядом с кострами, огоньками, вот. Я знаю, что это палевно, типа оно... Бля, взял, умер. Типа, понимаешь, тебе как охотнику нужно просто бегать возле костров и прочего говна. Если кто-то где-то спрячется, ну, далеко от костра, и с ним случится тоже говно, что возле него что... А! Подождите. Мне просто интересно, а я живым мог использовать зелье против этого и... Угу. Хотя я сомневаюсь. Наверное, не мог. Думаешь, мол? Блин, хотя тогда, да, мне стоило использовать супчик и отъедаться. Лив, живи, кто бы ты ни был. Подождите, а я могу умереть? А вдруг я могу умереть призраком? Все, мы победякали, мы как бы хороши. Три победы подряд. Пожми лапку. Три победы подряд, ребят. Все. Как бы... Я так понимаю, все. Я закрыл этот ивент на сегодня. Сейчас посмотрим. Если 1200 очков есть, то получается, да? То нас ждет сейчас бизна. И осуждающая это осуждающая Дионочка. Да, все, на сегодня мы закончили с прятками. 1200 набили, 3 игры сыграли, в 3 играх победили. А чё?
Снимает маскировку со всех... И, ну, мне кажется... А, это выбирать можно. Ой, это очень хорошая штука. Да, его поймать изи будет. Так, ну как бы все. С этой штукой мы закончили на сегодня. Ивентик прикольный. Мы все победили. Мы со всем справились. Угу, угу. Так, чего у нас по примаге? 106, круточка есть. В принципе, с этим уже можно жить. Вопрос, ребят, в другом. Как жить с вот этим? Как жить, мать его, с бездной? Диона, ты туда... Я думаю, Диона туда не очень хочет. Не. В общем, ребят, давайте сделаем небольшой перерыв. Буквально на 5 минут, после которого мы идем страдать в бездне.